Голубое ожерелье России – это уникальный проект «Экспедиция по великим рекам нашей страны». За месяц участники на 6 катерах должны пересечь 7500 километров маршрута. 1 июля экипаж стартовал из города на Неве Санкт-Петербурга. В середине пути участники экспедиции заехали на родину Ленина. Гостили всего несколько часов, но за это время успели и заправить катера, и пополнить запасы провизии, и даже искупаться. Все, наверное, знают указания президента о том, что нужно развивать водный транспорт, развивать водный туризм. И мы подключились к этому проекту. В частности, с нами идут студенты МГТУ имени Бауна и студенты Нижегородского технического университета. Мы исследуем инфраструктуру прибрежных территорий на предмет наличия водных заправок, стоянок, причалов для того, чтобы дать предложение по развитию этой инфраструктуры. На всем протяжении водного пути участников экспедиции сопровождают сотрудники территориальных подразделений МЧС России. Ульяновское отделение встретило экспедицию на границе с Татарстаном и сопроводила на Заволжскую подстанцию для подзаправки. На финишную прямую участники выйдут 30 июля. Накануне дня военно-морского флота они прибудут в Севастополь. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.